собирать грибы, если мы еще их найдем. Это точно. Но крапиву мы нашли уже, да? А ну. Может, ты попробуешь? Там как раз выше тебя. Ты зайдешь, тебя не видно там будет. В этом году все такое огромное. Дорожник. Как лопух вымахал. Так, грибы мы пока не нашли, а вот уже малинку лесную мы нашли. Такая у нас яркая, сочная. Ну, Мария, давай твоя, налетай. Маму угостишь? Давай, на ручку собери. И сколько ты? Я уже половину съела. Ну, потом уберешь. Вижу, Мишка не пришел, не поругался. А то придется сказать, да ну шо, моя малина, лопайте, валите отсюда. Ага, да, малинка знатная. Сейчас пойдем эти собирать, как они. Шампиньоны. Но грибов нет, а клещей уже нашли. Хотя их что искать? Они сами тебя найдут. На камеру нашел. Клещики. Уже ползет. Попал с дунь. Ищет себя. Я тоже вот ищу. В лесу мы грибов не нашли, а вот рядом с лесом здесь такая проселочная дорога. Ну вот первые грибы, пятки. Попадаются такие небольшие грибницы, но чтоб что-то серьезное, это такая мелочь. Угу. Уже есть первого. Какие маленькие. А в этом году народились. По весне. А, там мамы стоят, смотришь, ничего с ними не случилось. О, сколько у вас желающих! У них, наверное, своей травы нету, они отсюда только любят, да, из-за ограды. Смотри, аккуратнее до порога, чтобы это. Боря, Боря. Я его назову Боря, а ее Буря. Боря, Буря. Thank you.
Ребята, знаете, я поймала очень большого кузнечика. Я вам сейчас его покажу. Вот так. Опа. Ну, угадай. Пусть прыгает. Вот, а ну-ка, стой, не шевелись. Большой. Вот какой кузнечик. Ой, куда он прыгнул? Ох, на мои малыши. Вот. Ты его сильно не таскай. Все, выпускаем. Вот. Домой едем? Зойка. Зойка. Сейчас мы их догоним. Вандернак Турклуб, да? 1900 какой? 80-й. Стерлась уже, правда. Что здесь у нас находится? Столик, да? Лавочка. Ну, ты от дождя так, ну, сыровато, если честно, сыро. И темно. Не, ну, когда в жаркую погоду, отлично прятаться. Да, вот так. Чисто убрано. Вот так положил фонарик. Тут у нас стоят веничек, вот совочек. Вот так положил свой фонарик. Чтобы уборку проводить. Да, тут можно покушать, если дождик. Да и от жид можно спрятаться. Да, классно. Ну, здесь раньше вино хранилось, потому что старое здание еще под сводами сделано, как оно вот. И пауки. Ага, они приспособили его. Че, Джойка, заходи, не бойся. А вот написано, видишь? Я понимаю. Да, как я сказал, вайн, видишь? Вино хранили. А, вайн, вот 1800. Ютерхаузе, да, это как бы будка для вина. Да, потом его приспособили уже. Ездили мы в лес, херти куда. Километров за 10 отсюда, а тут они вон и в деревне нашей. Растут. Красавцы. Ага, даже розовые. Угу. Жалко, что возле вокзала. Не хочется собирать. Мне нравится вот этот розовый. Как они называются-то? Я не знаю. Давайте спросим. Кто знает, как называются эти грибы, пишите в комментариях. Ой, ну это похоже шампиньон. Это на шампиньон похож, да. Крупный. Угу. Хороший был. Ага. Ну да. О, он как сердце, вот, смотрите. Ага. Сердце. Листом и гробов, к сожалению, не нашли. На полянке очень их мало, мы не стали их собирать. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами была Мария. Всем пока! До следующего видео!